Дорогие друзья, вы просили Тревиадор. Мы делаем столько одному, по вашим же опять просьбам, но многие из вас спросят, где Тревиадор, где интеллектуальность. И она здесь. Прямо сейчас, на ваших вот глазах. Там. Нет, там. Там? В общем, короче, ну на да, экране. Где-то там. Давай, работаем. Начать игру, обычные правила. Сейчас будем вспоминать. Сейчас какой-нибудь... Мы уже давно не играли. Не знаешь, вот сейчас Галина и Елена. Вот как обычно. Елена Людмила. Интересно, все время так... Так, убери... Посмотри. Убери просто наш опыт. Так, 48 уровень, у нас 21, а еще вот у Елены сколько опыта? Опыт сколько быстро, посмотри. Опыт что, у Елены? 55. А сколько бурлаков? На Волге 3? Что 3? 5? 10, 15, а что ты чего? Не сказал мне? Вот так быстро, зачем ты так делаешь? Ну все, я же просто разучилась играть. О, все, мать, давай учиться дальше. Ишь там, представляешь... 5 бурлаков тащит огромный корабль. Я просто помню только одну вот. Сколько уж нам? И давай одну с ним еще два было. Одного сколько уж нам, говорит, помню. Давай он. А так мы все равно не последний? Нет. Куда? Сюда, пинус? Нет, давай вот. Хотя давай пинус. Ладно, ты все равно. Все равно, давай, какая разница? Ну, разница, ты видишь, говоришь, есть. Главное, что мы будем. Какая длина Акасика Йоки самого длинного в мире подвесного моста? 300 метров. 300. Ну, может, больше. Ну хоть. Ну 300 бы все равно было то же самое, но... Ну хоть, да, хоть вторые. Да, хоть вторые. Да. Вот я с цифрами опять не могу совладать. Я вот с метрами не могу совладать. Всегда. Я знаю. Километры. Километры. Сантиметры дыхания. Так. Давай да, сюда. Потому что пинус мы всегда успеем. Либо отвоевать, либо завоевать. Так. Женский день, международным нерабочим днем в СССР. В 38-й пункте. Сантиметр дыхания. Ну, мы на втором? Нет, мы на одну единичку. Мимо. Нет, давай, пускай уже будет на интеллектуальность вопрос, а не на везение. Я чувствую, нам не везет. Ну, так понимаешь, у нас все будет на везение. Все будет на интеллектуальность. Правильно, мой взгляд. На твою. Ставьте лайк. Делайте гифки. Начало проблем в Китае династии Юань. Век. Пятый. Сантиметры. Твоего дыхания. Километры. Наши расстояния. Мы все, смотри. А мы как Украина. Нам, смотри, нам пинус обрезали. Я бы так сказал. Произвели, так сказать. А, это нам автоматом туда сделают. Да, ну что ж. Давай, ничего, кстати, около Украины прям хорошо. Вот, живет так. На Кавказ. А, там, смотри, прям все три будут бороться за эти территории. Ну, это не мы. Главой какой страны является Ким Чен Ин? КНР. КНР. Или Тайвань, кстати. Республика Корея. А, КНДР. То есть, это Китайская Народная Республика. Корейская Народная Республика. А, КНР это Китай. Да. Что ж, нам на самом деле сложно. Кто написал песню «Господа демократы»? Господа Кинчик. Демократы? Шевчук, может, или? Танков. Чё ты... Хорошо, что эти вопросы не нам. Не. Ну что, пинус отвоевал. А давай лучше поборемся вот там около. За это? Ну, за это в том числе. Так, крупнейший по населению город на реке Урал. Уральск, Оренбург? Магнитогорск. Оренбург. А Магнитогорск. Оренбург. Я правильно ответил. Работает? Все работает. В каком по счету Олимпийских играх официально дебютировала Россия? Пятый. Пятый? Пускай пятый, ладно тебе. Ну ты, взгляд, работает. Правильно ответил. А что ж. Так, мы что сейчас? О, мы сейчас отвоевываем. А представляешь, мы сейчас все отвоевываем. У нас сейчас будет чин-чин-чин. Хорошо, чин-чин орём, значит. Все. Чин-чинарем, хорошо, мне понравится. Мне тоже не нравится, ничего что. Так, давай. Мне кажется, она на нас сейчас прыгнет. А, так, а он, блин, а что он сюда-то? Решающим эпизодом сражения Великой Отечественной и «Горячий снег». Роман. Да, давай. «Горячий снег». Давай спроси. «Битва за Кавказ»? Спроси быстро какой-нибудь. Да, любой, давай. Я не успела. Ну, что ты пока думаешь? Ну, Макс. Ну, блин, ну, я говорю, спроси. Какого обвинения финский суд приведет Сократа к смерти? Узурпация власти. Я не знаю это вообще. Хорошо.
безбожие и развращение молодежи. Вот ты, конечно, разучилась. Сколько года присуждают на Бельске? 38-я. 1900, естественно. Мы молодцы. О, мы молодцы. Ох, вот, конечно, ты когда не помнишь, как делать, это меня сразу... Я трясусь. Так, давай, давай на его нападем. Власть. Башенки. Давай, башенки. Когда празднуется Татьянин день? 25 января. Это мы знаем все. Это день студента. Студента, да. Студента, да, говорит. Когда появилась последняя книга? 2007, по-моему. 7 лет прошло. Я где-то просто... Недавно где-то я это... О, это головёнка. Читал недавно. Головешка. О, мы же его смотрели. Так мы его чпокнем. Какой опере? «Полёт шмеля». «Полёт шмеля» сказ... «Царь». Стоп, или... «Садко». «Золотой петушок». Давай петушок. Петушок, видишь, меня... Ну, видишь, ну ты была остановиться на Роулинг. Петушок меня... Подвёл. В темечко. Чпок. Ох, смотри, отлично, отлично. Причём отлично. А, NBA. А, матч всех звёзд, матч всех звёзд, естественно. Высокие против быстро. А сколько клыков у здорового человека? 4. Четыре быстро. А, Елена сейчас её обделает. Вообще, а, это нет, один нет, на нет, одну башенку. Сейчас она должна проиграть, и мы должны выиграть. Очень хочется так делать. Мы могли Еленке просто, чтобы она... Ой, что это такое? Видишь, нужный вариант. Портер. Темное английское пиво. Пиво вида порт. Темное английское пиво, отвечаю. Да, хорошо. А может, не отвечаю? Ох, Еленка... Елена... Давай тогда взгревать ее. Но мы уже в любом случае на втором месте. В любом случае... Я чувствую, что я помог. А я? Ну, в смысле, мы в разгроме. Давай тогда. Постежалась. А, слушай, а если мы вот на этом пойдем всего лишь на 1000? То как? А, ну можно. То у нас будет плюс 1000, а у меня минус 1000? Да. Отлично. Как называется? Бактерии. Которая называется менингит. Молоточек нажми, молоточек. Палочка. Длинная палочка. Менингококи. Какие-то коки там у нее. Коки. Фрикс-кок. Ой, да нет, сейчас она, конечно, не... Касается гимн студентов. Гаудамус. Гаудамус. Да, она был сейчас... такой. Вибар в академии, сейчас скажу. Не, ну она молодец, она там все знает. А у нее кот. Ушел? А сколько с ней с Андреем Мироновым? 100? 50? 100? Мы. Она! Макс, одна башня. И что? Совокупность снастей судна. Текелаж, я первый. Стоп. Нет, нет, стоп, совокупность, нет, не текелаж. Что это такое? Сейчас какая замечательная? Ситцевая, 3 года. А попугай пускай нам ответит. 1 год. Он обманул. Попугай молодец. Все, а можно закончить на этом игру? Можно закончить? Ситцевая свадьба, год. Год, отлично, можно отлично. Можно праздновать будет когда-нибудь. Ну, через год, собственно, и после свадьбы и будет праздновать. Ну да. Так, смотри, значит, хорошо. Ой, она уже нападает. Какая из бывших советских республик независимость сменила столицу? Казахстан, кто отвечает? Да, Астана, там вот это все. Алмата. Так, на какой почет неделю вверх? Спроси телескоп. 6. Телескоп пускай. Мы раньше были. О, мамджанка. Мамджанка, телескоп все-таки. Так все, мы последние, все, то есть мы уже не проигрываем. Да, но мы можем выиграть. Вот нужно, ну так а тут... Тыщеночку. А, давай тыщеночку. Пускай мы выиграем, у нас нет подсказки. Да, но это ничего страшного. Макс, 8, вот это... Да. 4. 3, да, вот это вот. Вот это? Да. Ну мы же по римским цифрам. Ну, я распереживался просто. Понятно. Я распереживался. Ну, ничего, это хороший результат. У нас... Congratulations. 200 хп. Мы такие хоп-хоп. На самом деле, друзья мои, очень сложно... Кстати, новый этот, да, видишь? Очень сложно начинать заново. Когда уже забыл? То, что мы более 2 месяцев не играли в эту игру, но я думаю, что мы все-таки... Возобновим. И опять же, если вам нравится, если будут хорошие оценки и комментарии, то мы будем играть. Если нет, то будем в основном играть в 100 к 1. Поэтому все зависит от вас. Всего доброго, да, и мы вас очень сильно
Все делаем. Все, абсолютно все делаем. Поэтому пока. Пока.